все граждане могут сами сделать. То есть они не нуждаются в этом. Если на госуслугах они подали заявление, там формируется заявление, оно уже у нас будет. Мы распечатываем. У нас на первом этаже есть бланки чистые. Он может заполнить образцы, по образцам все это сделать. Гражданин, который подает заявление с целью регистрации транспортного средства, кроме как оплата государственной пошлины, никакие больше суммы с них не взимаются. Вот, да, самое главное. Не взимаются, то есть только оплата государственной пошлины. Данный контингент индивидуальных предпринимателей просто наживаются на людях под какими-то предлогами, что у них там что-то не возьмут, что какие-то у вас неправильно составлены документы, у вас неправильно составлено заявление. Под такими предлогами людям навязываются коммерческие услуги, за которые они берут немалые деньги. По слухам, до 1500 рублей. В среднем 15-20 человек в день приходят как представители, то есть они составляют доверенность, а гражданин дает свой паспорт, потому что если доверенность, то это обязательно предоставление паспорта гражданина. Соответственно, тоже могут сделать выводы, что какая-то доля нашей заинтересованности вот в этом во всем. Это абсолютно не так. Мы, наоборот, хотим от этого уйти, чтобы не было вот этого.